Всем здорово, пацаны, с вами Айон, мы продолжаем играть на сервере, смотрим, да, номер 3, все как всегда. И сегодня, как вы поняли по названию ролика, мы будем сдавать на права на авиатранспорт, так что готовьте чайку и погнали. Также перед началом данного ролика я хотел передать привет таким игрокам, как Алексей, спасибо тебе за 100 тысяч. Также виновник с клана АМ также написал через YouTube панель в чат, типа, кто хочет привет. Короче, привет Evil Main. Код 86 или Кут 86. Привет, я хочу MC Пистрой. Вот. Рубин МР Дига. Динго, вот, Драгон, Мурзик, Фейл Крю Дэн, Фейл, да, Крю Дэн, Криптон, А, и всё. А, это что-то ник был, кстати, пацана, просто ДФ букву А. Как вы видите, у меня 0 свободных мест, 6 тачек, то есть BMF 90 на наших фирменных номерах. Чайзер, шестера, 39, копейка и Е60. Все эти тачки для меня дорогие, их продавать не буду. Чайзер, возможно, я разыграю на конкурсе в 1 миллион. Ой, говорю 1 миллион. Зазнался, конечно, в 1 тысячу подписчиков. Ну, блин, ну можно мне не мешать, а? Спасибо. Ну, сейчас бы гопник еще ко мне пришел. Что за издевательство, а? Буду вот так. Бомбит. У меня получается 0 мест и у меня только одна квартира, да? И на банке, вы помните, после тюна F90 у меня осталось 500 тысяч. Вот, 500 тысяч. И мне, я целую неделю работал и, короче, заработал, видите, 4800. Вот. Но на домик мне надо побольше. Я думал продать свой дом на 6 мест и купить что-то себе нормальное, но я так и понимаю, что не купят, и надо домик на 2-3 места купить. И вот я коплю денежки. Так что если хочет, то может мне скинуть там на банк денежки, или кто увидит меня через F9, я обязательно вставлю в ролик, как это сделал Алексей. Любым деньгам буду рад, короче. Сейчас пока не накоплю денежки, короче, на тачки, на дом, там около 10-15 миллионов, то у нас будет такие не денежные серии, можно так сказать. Я буду там топ 5 авто до там 3 какая, что-то такое, ну уже, как вы видели на моем сервере, там всякие челленджи, пранки, социальные эксперименты. Вот. И это сегодня, как вы поняли, мы будем сдавать на авиаправа, потому что у меня в панели ютубера есть кукурузник, вот видите, да? А есть 7 на не лететь на нем и. Лететь я на нем не могу, потому что у меня нету прав. Вот. Так что давайте будем сдавать. Вот, пацаны, давайте снимем денежек, наверное, 219. Не, 200 тысяч. Я надеюсь, там хватит. Ну, давайте хотя бы 300 снимем, чтобы на вертолет и на самолет. Вот. Мы подъехали. Вот. Две иконки для вертолета и для самолета. Так. На что давайте поедем? Первое. Давайте на самолет все-таки. 100 тысяч, а на вертолет тоже 100 тысяч. Так что давайте вертолет. Вот. Оу. А почему не работает нам? Можно вопрос? А, вот, на стрелочке. Как я уже давно на вертолете не летел. Еще в Сампе помню, на Маверике. Так, где точка? Где точка? Стой. Что-то неуправляемое, если честно. Можно вопрос, а где точка? А, вот. А что она так плохо прогружается? Такое внутри не очень. Этот вертолет это опять. Чувствую, сдать нам на вертолет это будет крайне сложно. We'll be right back.
пацаны, это, вот это уже наркомания. Вот как вот? Фу, это просто минус 100 тысяч, понимаете? Нет. Давай. Давай, еще немного. От 18-30 точек чуть не видел, даже в чате пишется. Давай. Вот это просто столько раз можно завалить здесь экзамен. Просто. Давай. Нет, не хочу врезаться. Нет. 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 Давай, пролетай, 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 пролетай. Нет! Вот это жестко было, у меня же сердце остановилось, если честно. И ласт, точка, пацаны. Вот, все. Вы успешно сдали экзамен в школе пилот вертолета. Получено право управления вертолетом. Люблю. Минус 100 тысяч. Минус, считайте, 20 минут работы. Может, не все поняли, почему я появился на дрифт-трассе ЛС, потому что я проходил, короче, в первый раз на самолете. Я сначала сбил одно крыло возле гетто. Поле зацепил, потом сбил второй крыло, зацепил на вайнводе вышку. Вот, а потом, по-моему, дрифт-трассе ЛС. Но там я проходил этот первый маршрут минут 15, это если ускорить, это будет минут 7, неинтересно, я думаю, так что я сразу оставляю друг и удачную часть, так что приятно посмотреть. Зачем я затеял это для ХЗ? Если бы я еще там на вертолете врезался, я бы отменил эту серию просто нафиг. Давайте, еще мне штраф, конечно. Еще это чипное в 90, что мне все бесит. Плюс это, хотел записать серию, передайте. У меня что-то не хотело уже работать Windows этот, программа типа видео, как он там называется, чтобы, ну что, музыку это все, видео производить. Короче, открывали, поняли? Он не хотел работать, потом Shadow Play не хотел. Короче, капец. Просто капец. Так что, пацаны, там, если вам не жалко, скидывайтесь там по 100 тысяч. Кто хочет, может больше скинуть, кто хочет, может дом, тачку подарить, я не откажусь. И спасибо, скажу. Вот, мы приехали уже опять. Где-то я уже вот это видел, вот это самолет. 100 тысяч, ну ё-моё. Сколько можно, а? Так, вот этот раз я сдам. Если я не сдаю, я нафиг забил на этот кукурузик. Мне пофиг уже на него. Если честно. 200 тысяч он ни того не стоит, если честно. Все, пацаны, школа пилота сдана, мы на права сдали, сейчас поедем проверим кукурузник. Вот, выйдем только с этого подземки. А, мне еще минус колеса на 90. Конечно, почему бы и нет, а? Прям вовремя. Так, F2 недоступна, ну да. Кукурузник, заспавни ТС. Давайте. Слетаем. Че, куда долетим? Давайте, до БУЛС. Ладно, пацаны, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел данный видос.
поставил лайкос. Давай, давай, Ярик, Ярик, Ярик! Как ж так вышло-то, блин? Короче, спасибо всем, кто посмотрел данный видос, кто поставил лайкос, кто написал комментос, кто оформил подписос. Всем удачи, пацаны, удачных дней. Сдавайте сразу на право с первого раза. Не теряйте 100 тысяч, с вами был Эван. Всем удачи, пацаны, и всем пока.